Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы своими руками сделаем почти всех героев из Angry Birds. Классическую красную птичку, белую, которая скидывает взрывающиеся яйца, и главного врага зеленую свинку, три маленьких синих птички, а также очень быструю желтую птицу. В конце это будет выглядеть примерно так, а если у вас принтер может печатать на толстой бумаге, то фигурки у вас получатся куда лучше, и вам не понадобится скотч. Первым делом вы должны скачать птичек и распечатать их. Все они на отдельных листах упакованы в один архив, ссылка в описании. Также вам понадобится канцелярский нож и ножницы. А если же вы, как и я, используете самую обычную бумагу, то вам понадобится скотч. Также советую вам использовать подкладку, чтобы не порезать стол. Первым делом надо прорезать все белые линии, чтобы потом соединить отдельные части. Затем нужно вырезать весь шаблон по контуру. А также вырезать хвостик. И также со всеми оставшимися птичками. Затем прогибаем линии и крепления с обеих сторон. Теперь началась самая легкая часть, а именно соединение концов с концами. И еще раз повторюсь, если у вас такая же простая бумага, как у меня, то закрепляйте скотчем. Хвостики нужно сложить ровно наполовину и вставить в ранее прорезанную полоску. Точно так же и с остальными птичками.
Ну вот, все и готово. Еще раз повторюсь, что лучшего результата можно добиться только с плотной бумагой. Ну а так, надеюсь, что у вас все получилось. А если вам понравилось делать такие фигурки, то советую вам заценить бумажного Стива Джобса и амняма из Кацы Роупа. Ну а с вами был Apple Expert. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. До скорых встреч!